В Омский инженерный институт поступили три боевых танка Т-72Б3. Машинами будут пользоваться курсанты на занятиях по боевой подготовке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Напомним, Т-72Б3 улучшена инженерами Уралвагонзавода версия танка Т-72. Ее создавали с учетом имеющегося боевого опыта этих танков и результатов ежегодных соревнований по танковому биатлону. В Омске их будут использовать для создания условий реального боя.